Здравствуйте, вы смотрите новости Кыргызстана в студии с обзором событий Аркин Алымбеков. И сегодня в выпуске. Руки прочь от пророков. В Бишкеке у посольства США прошел мирный митинг правоверных, требовавших наказать авторов скандального фильма. Требуем отремонтировать дорогу. Жители Нагатского района Ошской области перекрыли главную автотрассу, чтобы привлечь внимание к разбитой дороге. Международные перевозки под угрозой. Транспортное сообщество выступает против бывшего президента Ассоциации международных перевозчиков. Несколько десятков человек перекрыли трассу Ош-Наакад в Ошской области. Участники акции протеста не пропускали машины и требовали, чтобы их выслушали власти. На место митинга приехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе и представители прокуратуры и Госкомитета национальной безопасности. После переговоров удалось договориться, чтобы пикетчики частично открыли дорогу, митингующие стали пропускать пассажирский транспорт. Однако они заявили, что не уйдут до тех пор, пока к ним не приедет премьер-министр Джентрос Атабалдиев. Половина дороги до сих пор перекрыта микроавтобусами. Главной причиной сбора местных жителей послужили дороги, которые, по их словам, находятся в ужасном состоянии. В начале лета они уже устраивали подобные акции протеста, однако власти пообещали им решить их проблему. В этот раз глава района пообещал им, что выделят 50 тысяч сомов, это чуть более 1000 долларов, для того, чтобы временно починить дорогу. Их требования, чтобы начали ремонт дороги в обществе ФАНА. Первое требование, что премьер-министр приехал сюда на местность и встречал местное население. А второе требование их, что начали ремонт дороги незамедлительно. Руки прочь от пророка. В Бишкеке у здания посольства США прошел митинг. Около 30 человек пикетировали американское диппредставительство с требованием наказать создателей скандального фильма «Невинность мусульман». Отметим, одним из главных организаторов акции выступил депутат кыргызского парламента Турсунбай Бакирулу. Вопреки опасениям сотрудников американского посольства, акция прошла без чрезвычайных происшествий. Напомним, накануне дипломаты обратились к властям республики с просьбой повысить меры безопасности на месте акции протеста мусульман. И, собственно, кыргызских милиционеров у здания посольства сегодня было больше аж в 10 раз, чем самих митингующих. Протестанты, впрочем, постояли мирно, держа в своих руках транспаранты около часа. Затем организаторы акции передали свои требования сотруднику диппредставительства. Отметим, помимо требования наказать создателей фильма, поднявшего волну протеста мусульман по всему миру, кыргызские верующие хотят также, чтобы власти США привлекли к ответственности руководство сайта YouTube. Отметим, оно отказалось убрать скандальный ролик со своей страницы. Там обращение к руководству США. Если надо даже, надо совершенствовать закон США, который позволяет такие провокационные фильмы и другие действия совершать. Потому что мы знаем, что сейчас человечество стоит на грани столкновения цивилизаций. Мы не хотим, чтобы провокаторы могли безнаказанно существовать. Водители нескольких десятков большегрузных автомобилей собрались на объездной дороге недалеко от Бишкека. Ассоциация международных перевозчиков требует от властей разобраться с выдачей так называемых тир-карнетов, то есть разрешительных документов. Водители, занимающиеся международными перевозками, заявляют, что бывший сотрудник таможенной службы Туркмен Буутаев всячески старается занять должность президента ассоциации. Собравшиеся предполагают, что именно из-за этого человека дальнобойщики не могут получить необходимые документы. Кроме того, крупные финансовые потери несут и крестьяне, которые заготовили товары для дальнейшей отправки за рубеж. Многие предприниматели, занимающиеся перегоном автомашин, находятся в Европе и ждут, когда к ним отправят трал. Однако без этого тир-документа машина не сможет доставить товар в Кыргызстан. За 2 часа к участникам мирного митинга так никто и не приехал. В свою очередь они заявили, что если в течение 3 дней вопрос не решится, они продолжат свою акцию протеста у Дома правительства и парламента Кыргызстана. Эти митинги будут продолжаться, потому что очень большое количество людей остается без средств к существованию. Туркмен Батаев сказал, что как бы если его не выберут президентом, то и тиров вам не видать. Вот здесь вот такая ситуация получается.
В стране обсуждается новая военная доктрина. В одной из войсковых частей собрались представители почти всех министерств. Чиновники рассматривают структуру проекта военной доктрины. Вместе с этим обсуждаются вопросы об органах военно-политического руководства, системы обеспечения военной безопасности Кыргызстана, военной экономики и военно-промышленном комплексе страны, цели и задачи вооруженных сил и других воинских формирований, основы применения вооруженных сил. Отметим, что необходимость создания доктрины вызвана тем, что предыдущая была принята в 2002 году и рассчитана до 2010 года. Она перестала соответствовать нынешним реалиям. Также в июне была принята концепция национальной безопасности, которая также стала одной из причин разработки доктрины. Документ имеет стратегическое значение, закладывает основополагающие принципы обеспечения безопасности страны. Он должен определить военную политику, международного военного развития и многое другое. Все меняется, поэтому, исходя из того, что сейчас вокруг Кыргызстана складывается другая обстановка, идет развитие международных отношений с другими государствами. У нас идет сотрудничество и в рамках НАТО, ШОС, ОДКБ. Вот оно это все и влияет на изменение доктрины. Национальный банк может откинуть страну на 5 лет назад, так как в главном финансовом институте республики говорит Ассоциация операторов платежной системы. Дело в том, что Нацбанк подал в парламент законопроекты, касающиеся платежной системы. Бизнесмены, которые предлагают эти услуги на рынке страны, твердят, что если депутаты одобрят эту инициативу Нацбанка, в проигрыш останутся не только они сами, но и многие граждане. Законопроекты приведут к снижению доступа населения к услугам, прежде всего в регионах страны, а это, в свою очередь, к снижению выручки у сотовых операторов и предприятий негосударственного сектора. Это приведет к снижению налоговых поступлений, которое скажется на бюджете и на зарплатах учителей, медиков, пенсиях стариков. Одним словом, бизнесмены называют это весомым ударом по экономике страны. Отметим, Нацбанк планирует ввести лицензирование и заставить работать платежную систему только через банк. По информации представителей Ассоциации операторов платежных систем, банк обосновывает проекты тем, что существуют риски потери при платежах. Но на сегодняшний день в Кыргызстане нас Нацбанк хочет откинуть просто на 5 лет назад, если грубо говоря. Вот, поэтому мы против этого, и, естественно, мы призываем как бы общественность услышать нас и руководителей, значит, госструктур и так далее, то есть при принятии решений, то есть учесть все наши вот эти вот, замечания и так далее. Бишкек отмечает свой 134-й день рождения. По случаю праздника власти столицы решили устроить для жителей и гостей ряд мероприятий. Основные, конечно, развернулись на главной площади Бишкека, где горожан развлекали концертом творческих групп и звезд эстрады. Но, пожалуй, самым завораживающим подарком от мэрии стали конные скачки на городском ипподроме «Акулан». Конноспортивные состязания, отметим, издревле считаются неотъемлемой частью любых праздников кыргызов. Вот и на этот раз, несмотря на то, что дата выпала на рабочий день, зрительские трибуны не пустовали. Уже очень нравятся бишкекчанам эти игры. Кстати, сегодня обошлись без кокбыру, традиционные игры кыргызов, нечто напоминающее современный футбол, только игроки на конях, а вместо мяча туша барана. Зато зрителей радовали красавцы-скакуны, наездниками которых были молодые спортсмены. За право быть самым быстрым и, наконец, за денежные призы им пришлось состязаться на 5 дистанциях. Так называемые гладкие скачки на 1,5 и 2 километра, дюрвой салыш на 9 километров, топ-байге на 13 и аламан-байге на 20 километров. Эмоции зрителям были обеспечены, а организаторы остались довольны. Кстати, вход на ипподром был бесплатным. Хочу сказать, это наша история. История связана, что конно-спортивные мероприятия – это национальные игры. Кюрюш, кокбюрю, кыскумай, одармай. И скачки – это спокон веков. Они были национальными играми. И наверняка она останется и дальше будет продолжаться. Это все, о чем мы планировали рассказать в нашем выпуске. Спасибо за внимание и до свидания.